Теперь, друзья, заводите сад. Многие думают, заказал 10 косточек и будет 10 плодов, 10 этих. Нет, друзья. Вот. У меня все начиналось так. Густо? Не это. А то через сколько метров садить абрикос. Я говорю, ну давайте через 3-4, а написано через 6-8. Я говорю, ага. Через сколько лет у вас будет не через 6-8, а через 60-80 метров между деревьями. Ну, так ведь? Что такое брать количество? Вот у меня пример. Значит, Сергей на привал. Вот эти, раньше я привал, это тут же был питомник, кусочками места было у меня. Ладно, густо-густо продавал, год, два, три. А эти я оставил. Говорю, эти нам для маточного сада, то есть уже все. А почему густо? Я с одного возьму 10 черенков, с другого 3, видите, с этого возьму, допустим, 8. На следующий год их количество удвоится, утроится. А вы думаете, с одного дерева много можно черенков взять? А если академика захотят 100 человек, а если вот это вот, например, этот, как, господи, память Яковлева, да, вкуснейший, вот, сколько мне их надо иметь? А вот 100 штук надо. А Сергею еще надо на прививку штук 50. Так? Где столько черенков напасешься? И для меня вот этот маточный сад густой, не жалея места. То есть наоборот, зная, что много места нет, густо, 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 густо. Потом они будут увеличиться, как надо, начнут мешать друг другу. Вот тут те, которые сильнее искалечены или просто здоровье не позволяет им, те будут выпилены. И, допустим, вот 3, останется 2, они дальше будут расти. Потому что их даже здесь видно 1, 2, 3, 4 одного сорта, потом останется 2, и когда-то 1. Но к тому времени, вот, уже питомник, маточный сад станет просто садом и потребует уже каждое дерево большей площади. Повторяю, не мелочитесь. Хотите 10 деревьев иметь, выписывайте 100 косточек. Хотите иметь 10 саженцев? Да, дорого. А сейчас, пожалуйста, хотите мертвое купить, вы вам сотню предложат. Писем сотни, горче, 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 уже все горче. И в каждом письме, кто мне пишет, начинается с проклятий рыночной этой торговли, с проклятий. Вот. Но уже хотите 10, ну посадите 20. Садите не через 4 метра, а через 2 метра. Природа проведет.